лагерем спустились. Под бою зона на покой. Только в караулке кто-то плачет над своей несчастной судьбой. Через стекол пелену оконных молодой сержант стремится вдаль. И сейчас в глазах его бездонных видно только горе и печаль. И сейчас в глазах его бездонных видно только горе и печаль. Привезли вчера его Наташку за высокий лагерный забор. Говорят, убила человека. Вынесен ей смертный приговор. Дежурство от присяги не освобожден. Значит, приговор его рукою в исполнение будет приведен. Значит, приговор. Над зоной с крыш спугнули стайку голубей. И осталась там лежать Наташка и сержант влюбленный рядом с ней. И осталась там лежать Наташка и сержант влюбленный рядом с ней. А под вечер из суда бумага, что совсем другое.